Алискеров Артем Ахметович, мне 34 года, проживаю в городе Москва. В конце 2017 года мне поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. Почувствовал слабость на тренировке, и вообще с каждым днем батарейка все садилась к обеду уже. Мысли были направлены только в ту сторону, как сказать маме. Лечение длилось 2 года и 8 месяцев. Врачи боролись за мой костный мозг, который начал функционировать. Вот, и я продолжил все свои проекты, и беговые, и спортивные. Вот, дома ждала меня семья. Вот, ну, наверное, все по классике. Семья, друзья, близкие.